со школы в лицей, чтобы постигать строительную науку. Но это с понедельника. А сегодня у первокурсников Брестского профессионального лицея строителей праздник. Многолетняя традиция посвящения в учащиеся и студенты существует во всех учебных заведениях города. Для Брестского профессионального лицея строителей это юбилейная, 20-я по счету церемония. Стать полноправным лицеистом на территории священной цитадели над Бугом почетно. Молодое поколение, оно, как и мы, более старшее поколение, переживает все, что происходило в прошлом, переживает всю историю войны Великой Отечественной. Дети приходят и понимают, что такое воочию, не воочию, а наглядно понимают, что такое патриотизм и героизм. Строительство и строительные специальности – это флагман экономики. Ребята осознают всю важность дела, которое выбрали сегодня. Они немного взволнованы перед предстоящей большой дорогой во взрослую жизнь, но уверены, что все получится. Искренние слова поздравлений, пожеланий, напутствий звучат в адрес 170 первокурсников, будущих каменщиков и плотников, облицовщиков, плиточников, штукатуров и маляров. Строительство всегда было в почете, и строительные специальности тоже. Наборы в этом году тоже мы осуществили. Были набраны учащиеся на базе 9 классов, на базе 11 классов. После поступления есть стремление получить профессию, отлично научиться своему делу, так сказать, обрести профессионализм, получить образование, ну и дальше стремиться поступать, получать среднее специальное образование, высшее образование. Церемония предельно лаконична, однако этот символичный день останется в памяти лицеистов еще на долгое время. Безусловно, запомнится и самый ответственный и волнительный момент – произнесение клятвы. Всем бескорыстно помогать в беде не откажусь. Все знать, а не предполагать. Во всех делах клянусь. В торжественной обстановке молодежи вручили билеты учащихся – главный документ во взрослую студенческую жизнь. Торжественные нотки чувствовались повсюду, а потому ритуал посвящения сложно назвать официальным мероприятием. Церемония больше напоминала праздник. Это более творческая работа, и можно как-то выдумать что-то построить для себя, например, дом какой-то. И я более выбрала, потому что я более творческий человек, и я люблю рисовать, и люблю что-то там выдумывать, фантазия. Вчера школьница, сегодня студентка. Как поменялось мировоззрение твое? Ну, я более взрослее стала, и это очень чувствуется. Как говорят строители, фундамент заложен. Первый шаг на пути постижения строительного мастерства сделан, а успешность в дальнейшей профессиональной деятельности будет зависеть только от них.